Чтобы летний отдых не был омрачен, судебные приставы советуют заранее готовиться к отпуску и избавляться от просроченных задолженностей. Нередки случаи, когда должников буквально снимают с самолета. За 4 месяца этого года уже вынесено более 5000 постановлений о временном ограничении на выезд должников, что на 700 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому, планируя отпуск, не поленитесь зайти на сайт Управления судебных приставов по Оренбургской области. Возможно, у вас есть долги, о которых вы не знаете. Оплатить их лучше незамедлительно. Ограничение на выезд за пределы страны будет снято только через неделю после оплаты всего долга полностью.